Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 1999 году он второй раз вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, совершив тамишивари в затяжном прыжке. А свое первое достижение установил 4 годами ранее, разбив пальцами 2-дюймовые доски. Но все эти фантастические проделки — лишь яркая обертка истинного мастерства. Ос, меня зовут Егор. Какой у вас пояс? Спрашивает меня Егор. Какой у вас пояс? На самом деле, Егор, у меня поясов много. У меня пояс есть по тэквондо, черный, второй дан. Есть по кёкушинкай карате, которым мы занимаемся, это 4-й дан. Есть по джиу-джитсу, 3-й дан. Есть по яма карате, 3-й дан. Ну, дальше я перечислять не буду, потому что занимался очень многими видами спорта. Но я считаю, что пояс — это не главное. Главное то, что человек умеет. Если ты меня поймешь, ты, возможно, станешь хорошим мастером. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути кёкусин.